Галя, ты слышала, что в городе Пожаринск загорелся университет? Серьезно? А много людей пострадало? Да, говорят, много. Скорее всего, потому, что люди не знают, как действовать при пожаре. Я тоже не знаю. Расскажешь? Конечно, Виталий, без проблем. Если начался пожар, в первую очередь позвони по телефону 101 или 112 и сообщи адрес, место возникновения пожара и свою фамилию. Затем оповести людей, нажав кнопку пожарной сигнализации и подав сигнал голосом. После этого как можно быстрее покинь здание, следуя плану эвакуации. Ознакомься с ним заранее. А вот еще тебе несколько рекомендаций. Не паникуй, по возможности успокой окружающих. При сильном задымлении передвигайся ползком и прикрывай лицо влажной тканью. Не пользуйся лифтом. Если нет возможности выйти на улицу, переместись в менее задымленное помещение. Ого, спасибо. Теперь я знаю, что делать в данной ситуации.